Всем привет, и сегодня на обзоре умные часы GX Watch. Такая вот у них коробка, и давайте посмотрим, что же внутри. Тут нас сразу встречают часики, затем две инструкции на русском и украинском языках, также есть зарядный кабель и железный ремешок, который нужно прицепить самому. И давайте сейчас этим и займемся. Цепляем ремешок, и делается это очень быстро, так как здесь специальные шпильки для удобства и для быстрой смены ремешка. Внешний вид часиков довольно симпатичный, и на руке они смотрятся аккуратно. На часах имеются две физические кнопки, одна из которых отвечает за включение и отключение как самих часов, так и экрана, а вторая кнопка ответственна за быстрый доступ к спортивному режиму. Ну а также здесь сенсорный экран, что в разы облегчает управление. Ну и сейчас плавно давайте перейдем к меню этих часов. Кстати, разбудить их можно и касанием по экрану. Итак, свайпом вверх открываются уведомления. Свайпом вниз менюшка, где мы можем увидеть заряд батареи, проверить связь часов с телефонов, а также есть 5 значков. Первый – это включение-отключение режима без звука. Потом значок с настройками. Здесь настройки экрана, вибрации, языка и установки, где можно выключить или сбросить настройки часов. Также есть значок с поиском телефона, если нажать, телефон будет издавать звуки. Потом есть значок с информацией о часах, какой используется MAC-адрес, название часов и версия. И есть значок с настройкой яркости дисплея. И кстати, если вы забрались глубоко в меню, чтобы вернуться к предыдущему пункту, нужно свайпнуть вправо. На главном же экране свайп вправо вызывает основное меню часов. И здесь у нас есть данные про спорт, где мы можем посмотреть количество пройденных шагов, пройденных километров и калорий, которые мы сожгли. Также есть мультиспорт, где можно выбрать тот вид спорта, которым занимаемся. Есть измерение пульса, данные о сне, измерение артериального давления, измерение кислорода в крови, ЭКГ, женский дневник. Музыка, то есть можем управлять ею, секундомер, сообщения, также есть функция найти телефон и установки, о которых мы говорили чуть ранее. Да, кстати, здесь в установках я перед этим не показал, в настройках экрана мы можем сменить циферблат, продолжительность работы экрана, выставить яркость экрана и включить функцию поворот запястья. Ну и остался свайп влево, которым сразу вызывается меню, где отображаются данные о спортивной активности, потом измерение пульса и данные о сне. По часам это пока вся информация, сейчас можем посмотреть, как работает приложение. Приложение для часов называется Fit Cloud Pro, его можно скачать в Play Market. Так вот оно выглядит. Заходим, смотрим на главный экран, и у нас здесь отображается наша активность. Можем посмотреть, какой был пульс, давление, в общем здесь отображаются данные наших измерений. Дальше есть вкладка устройства, тут уже есть некоторые настройки. Нажимаем и можем настроить уведомления, которые мы хотим получать и от каких именно мессенджеров. Здесь, как вы можете заметить, их очень много. Также есть функция будильника, можно выставить, чтобы часы вибрировали. Потом напоминание о бездействии можно выставить, также напоминание, чтобы пить воду. Потом тут есть циферблаты, которые мы можем скачать и устанавливать их себе. Также очень интересная функция есть в настройках экрана. Там при выборе циферблата можно настроить свой собственный. Например, можно выбрать фотографию, которая будет на фоне часов. Дальше поворот запястья, опять можно включить или отключить его. Также выбрать время, в котором будет срабатывать, чтобы ночью при повороте руки вам не светил в глаза экран. Также есть функция улучшить измерение, не знаю, что она улучшает и насколько. Еще можно включить постоянный мониторинг. Можно также найти устройство, но это он ищет уже часы. Способ ношения левой рука, можно выставить другую. Можно поменять формат часов и отображение времени. Снять фото, тряхнув рукой. В принципе, удобная функция для тех, кто любит фоткаться на телефон. Ну а также есть версия устройства и сброс настроек. Функционал довольно-таки хороший, я не знаю, что еще может быть нужно. В общем, от часов у меня остались положительные эмоции. Они обладают довольно большим функционалом, также порадовала очень функция настройки циферблатов. Часы довольно симпатичные и аккуратные. Именно эта модель для девушки просто отличный вариант. На сайте также есть и другие цвета. И если что, ссылочка есть в описании.